Утро понедельника у команды «Металлург» началось с подарков. 5 новых японских мотоциклов спортсменам преподнес депутат Московской областной думы Владимир Тыцкий. С 2015 года юниоры сыграют уже на новых мотоциклах. Подробности далее. Новенькие «Кавасаки» в гаражном боксе дожидаются открытия сезона 2015 года. 8 декабря рано утром младший состав команды «Металлург» собрался для того, чтобы, как говорится, опробовать в деле долгожданный подарок. 8 лет назад несколько мотоциклов такого типа были закуплены для юниорского состава. Техника не подвела и прошла проверку временем. Мотоциклы надежные, короче. Вот 8 лет и тренировки, и соревнования, и проблем не было. Никита Макаров, капитан команды, оценил профессиональным взглядом новых стальных коней. Результатом он остался доволен. Хотя, по словам юного мотоболиста, на обкатанном мотоцикле играть удобнее. Это тем более надо мотоцикл еще начал обкатать, чтобы на пробег был. Вот масло поменять потом. Еще дальше ездить, играть. Ребята не скрывали восторга от новой техники и с удовольствием позировали фотографом. Делились впечатлениями о подарке с Владимиром Тыцким, благодаря которому молодое поколение «Металлурга» и имеет возможность проводить дальнейшие встречи на современных мотоциклах. Очень приятно, что эти дети, оторваны с улицы, занимаются тем полезным делом, привыкают, приучаются к технике, получают от этого удовольствие. И это здорово. В межсезонье до апреля 2015 года у команды есть время на переоборудование мотоциклов и подготовку их к новому спортивному сезону. Екатерина Чернышова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.